Все вы ждали третью главу про апокалипсиса. Так и в январе, так и в феврале, так и в марте. Но что произошло не так и где она? Понимаете? У нас произошли проблемы со сюжетом и сценарием. Но как раз таки из-за сценария и сюжета у нас ушел Ган. Этот человек озвучил одного из главных героев про апокалипсиса. Вы же помните того желтого робота? Без него мы не можем продолжать франшизу. И поэтому мы предприняли решение сделать кое-что глобальное. Сделать ребут. Да, ребут. И он будет глобальным. Так как я нанял сценариста, у нас будет изменен сюжет. Также люди в этой франшизе будут на 5 или 4 годика старше, чем они в реальной жизни. Будут изменены персонажи и оформление в этой франшизе. Плюсом улучшится анимация, то есть она будет лучше, чем была раньше. Ну и плюсом мы добавили кое-что оригинальное. Мы добавили свою музыку. И вы можете послушать одну из них прямо сейчас. Вот мы и пришли к самому вкусненькому, к оформлению. Вы же помните старую анимацию рта? Сейчас ее улучшим. Теперь анимация рта стала лучше. Также анимация перейдет на другой уровень. То есть вместо 12 кадров в секунду будет 24. Для разницы вот. Вы же помните Крекера? Вы же помните Спаки? Теперь их внешний вид будет изменен. И он будет таким. Первая глава ребута выйдет где-то в июне или может быть даже в мае, а может быть и в этом месяце, кто его знает. Ну а с вами был Том, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.